Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня чисто для женщин. Вагинизм. Отрицательное сокращение мышц влагалища. Кому непонятно о чем, анатомические сайты вам в помощь. Приоткройте, посмотрите, познакомьтесь с данным заболеванием, и вы поймете, о чем речь. Сразу мы говорим, одной этой данной точки недостаточно будет при, скажем так, проявлении вагинизма. Прежде всего нужно знать, в каком состоянии меридиан почек, поджелудочной железы, печени. Это три меридиана, которые контролируют гинекологию. В каком они состоянии? Вот этот первый вопрос, на который вы должны дать четко ответ. А уж потом принимать все различные там препараты. Данную точку В18 Ганшу нужно расслаблять. И еще, вот, как показала практика, тот, кто умеет расслабляться, тот получает удовольствие. Потому помните, не каждый человек умеет расслабляться. Не каждый человек стремится к этому. Но помните, под лежачий камень вода не бежит. К данной точке В18 Ганшу мы добавляем точку РП6 Сан Индзяо. Данную точку мы расслабляем, а точку РП6 Сан Индзяо мы тонизируем, активизируем. Но диагностика 12 меридианов нам в помощь. Опять скажут мне, почему? А потому что все 12 меридианов контролируют мочеполовую систему. Как у мужчин, так и у женщин. В данном случае речь идет о женщине. Нужно посмотреть, в каком состоянии данные меридианы, если они воспалены, расслаблять. Если они слабые, вялые, тонизировать. Поэтому данная информация вам в помощь. Спасибо за внимание.